Всем большой привет, друзья! Сегодняшнее видео исключительно для мужчин. Если вы ищете вкусненькие десерты на День влюбленных и хотите приготовить что-то вкусненькое для своей второй половинки, тогда я предлагаю приготовить этот классный десерт. Готовится он очень быстро. На его приготовление понадобится всего лишь 20-25 минут. И этот вкуснейший десерт будет у вас на столе. И ваша любимая будет в полном восторге, друзья. Чтобы не потерять такой классный рецепт, обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех моих новых и точных рецептов. А мы начинаем готовить. Нам нужно взять 3 яйца и всыпаем 100 грамм сахара. Начинаем взбивать до белой пены в течение 5 минут. 130 грамм муки нужно просеять. Добавляем 20 грамм какао и 1 чайную ложечку разрыхлителя. Перемешиваем и просеем все вместе. Все сухие ингредиенты перемешаем и пока отставляем в сторонку. А в яичную массу добавим 2 столовые ложки меда и перемешаем миксером до однородной массы. Теперь в яичную смесь по чуть-чуть добавляем сухую. Перемешиваем аккуратно и не спеша, чтобы у нас получился нежный, мягкий корж. На противень, застеленной пергаментной бумагой, выливаем тесто. Аккуратненько выравниваем по всему противню ровным слоем. Отправляем наш корж выпекаться в духовку 180 градусов на 10-12 минут. А пока корж выпекается, мы приготовим крем. В миску отправляем 150 грамм сливочного масла комнатной температуры и 350 грамм вареной сгущенки. Взбиваем до однородности. По желанию можете добавить 2 столовые ложки коньяка. И еще раз все взбиваем. Вот и все, крем наш готов. Посмотрите, какой мягкий корж у нас получился. Главное, друзья, его не передержать и не пересушить. Готовность обязательно проверяем деревянной палочкой. Убираем бумагу. И разделяем на 4 равные части. Я разделяю с помощью линейки. Мне так удобно и быстрее. Собираем тортик, как обычно. Обильно смазываем каждый корж кремом. Выравниваем верх и бока тортика. Сразу говорю, друзья, количество продуктов можете смело увеличивать в 2 раза. Шоколад натрем на терку и украсим верх тортика. Тортику даем пропитаться и можно подавать к столу. Попробуйте этот тортик хотя бы один раз, и вы будете готовить его постоянно. Друзья, наш тортик готов? Давайте попробуем, что у нас получилось. Да чего же вкусный может быть десерт с простых продуктов? Я очень рекомендую вам, друзья, приготовить этот тортик. Он очень мягкий, ароматный, с незабываемым нежным вкусом. Друзья,
Тортик получился просто волшебный. Он вкуснющий, бесподобный. Он очень хорошо пропитался. Он мягкий такой, сочный. Ну, не передать словами. Слышно нотки коньячка. Так что, мужчины, обязательно приготовьте этот тортик для своей любимой. И я от вас обязательно жду отзывы в комментариях. Он очень простой в приготовлении. И я думаю, что он понравится вашей любимой 100%. Так что удивляйте своих любимых, любите своих любимых. И дарите им только все хорошее и позитивное. А на сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых видео. Скоро увидимся. Пока-пока!